Ребят, всем добрый день. Скажите, пожалуйста, слышно ли меня? Если слышно, поставьте плюсики. Отлично, супер. Прекрасно. Смотрите, вы сейчас все подключаетесь. Сейчас еще у нас совсем пару минуточек осталось. Мы ожидаем оставшихся участников. Всем добрый день. Тоже меня слышно? Отлично. Да, слышно, Антон, отлично. Педагог уже подключился. Поэтому ожидаем пару минут. Если у вас, ребят, есть какие-либо вопросы, связанные больше с организационной частью, вы обязательно пишите в чат. Мы потратим, думаю, 5-7 минут нашего времени. Я отвечу на все ваши вопросы. Вот, и тогда уже приступите к занятию. Максим, я тогда буду ее закрывать, не переживайте. Но если что, говорите. Не знаю, вы все хотите так в эфир? Ну, ладно, я разрешаю. Ну что, ребят, я думаю, что те, кто у нас еще не подключился сейчас, будут активно подключаться. Думаю, что стоит начинать, чтобы не тянуть наше с вами время. Владислав, если вы не слышите, мы сейчас вам напишем в чат ответ. Нет смысла его проговаривать. Смотрите, ребят, так, сейчас, секундочку, мы ответим Владиславу. Нас все очень сильно просятся в эфир, видимо, так хотят, но никто ничего не говорит. Ну что, ребят, мы очень рады вас всех приветствовать сегодня с нами на нашем обучении по искусственному интеллекту и машинному обучению. У нас сегодня с вами будет первое вводное занятие. Мы начали в этом 2021 году. Для того, чтобы нам с вами познакомиться, вы посмотрели, как это все будет работать, мы вам ответили на какие-то организационные вопросы, вы уже сегодня начнете заниматься, конечно же, чтобы не тянуть все это до 2022 года. А в 2022 году, после праздничных дней, мы уже приступим непосредственно к самим занятиям, прям уже поделившись на группы, то есть вы продолжите уже в обычном формате, в обычном режиме. Я смотрю, особо в чат таких явных вопросов не было. Я вам, так скажем, отвечу на вопросы, которые я отвечала в параллельных таких же группах, которые тоже уже начали обучение. Ребят, смотрите, у вас занятия будут проходить до 31 марта. Важно. Почему? Потому что мы не хотим, чтобы у вас пересекалось это с основной нагрузкой.
в школе, там какие-то доп. Занятия, еще что-то. То есть до 31 марта вы все закончите. Занятия у вас будут проходить еженедельно, по будням 3 раза в неделю и выходной день 1 раз в неделю. В будние дни это будет 2 академических часа одно занятие, то есть будет оно длиться, по сути, 90 минут, вот, там, с небольшим перерывом, да, и в выходные дни у вас будет 4 академ часа занятий идти. Но, напоминаю, 31 марта край, мы все закончим. Сейчас, когда у нас будут праздничные дни новогодние, они полностью ваши. Отдыхайте, наполняйтесь энергией, силами, и мы с вами приступаем уже по окончании новогодних праздников. Такие праздники, как 23 февраля, как 8 марта, соответственно, вы тоже отдыхаете непосредственно в сами дни выходных дней. То есть мы работаем по производственному календарю с вами. Вот. В один выходной 4 академ-часа, то есть один выходной. Предварительный график – это понедельник, среда, четверг, суббота. Но, опять же, говорю вам предварительный, мы вам все очень подробно напишем на почту, каждому из вас придет сообщение с, так скажем, графиком, с предложенным вот по группам. То есть вам мы все полностью отразим. Если вдруг у вас появятся какие-либо вопросы там на занятии, связанные с организационной частью, да, или после занятий, или в течение праздников, которые вы будете отдыхать, вы можете написать либо на почту, с которой мы вам тоже писали письма, asobachkainjinerium.ru, либо вы можете позвонить по телефону, который тоже указан, был во всех заявках, мы с вами тоже связывались через этот телефон. Обязательно спрашивайте, задавайте вопросы, с удовольствием ответим. В остальном, ребят, у вас будет проходить занятие, вот та система, в которой мы сейчас с вами находимся, вебинар-рум, в этой системе мы с вами будем заниматься. То есть вам будет приходить на указанную почту, также ссылочка перед занятием, это будет делаться не позднее, чем за час до занятия, вероятнее, даже раньше. Вот. И вы будете переходить по этой ссылке и заниматься со своим преподавателем. Смотрите, еще один такой вопрос тоже, да, его часто задают. Мы понимаем, что такое человеческий фактор. Случиться может все, что угодно. У вас могут какие-то появиться неотложные дела. У вас элементарно, вы можете себя плохо там чувствовать, даже для дистанционных занятий бывает самочувствие плохое и заниматься сложно. Что делается в таком случае? Мы очень... Хотим, конечно, чтобы вы у нас прошли полный курс, чтобы это было все целостно, чтобы ни на грамм вы не потеряли тех знаний, которые максимально можете для себя выяснить из этого курса. Если вдруг вы не можете присутствовать на занятии, что нужно сделать? Вы заходите в вебинар, да, отмечаетесь, говорите педагогу, что вы не можете быть, то есть у нас всегда вебинар запускается заранее, вы об этом говорите, и после этого мы это отмечаем и вам направляем, подумаем, как это сделать, ссылочку для того, чтобы вы отсмотрели пропущенный урок. Я думаю, я понятно объяснила. Это просто, ребят, сделано для того, чтобы мы понимали, что как бы вы с нами, что все хорошо. Знаете, бывают элементарные вещи, да, что человек просто забыл про занятия. Вот просто выпал из головы. Вот все бывает. Все бывает, это нормально, вот. Но мы будем вам максимально, может, пытаться это даже как-то напомнить. Да, по школе бывают... Да, не успевают, и какие-то доп. Занятия, какие-то доп. Секции, где-то подготовка там у кого-то уже ЕГЭ не за горами, вот. Поэтому, да, ребят, главное нам с вами держать полностью связь, вот. Мы с вами будем постоянно, так скажем, в взаимодействии, чтобы понимать, что у вас происходит, что у нас происходит, вот, чтобы у нас с вами никак не прерывалась эта ниточка. Вот, ну, в целом, в принципе, я смотрю все вопросы, которые там Антон мне активно помогает ответить в чате. Я думаю, что если вопросов на данном этапе нету, если все понятно, я думаю, что вы можете приступать. Антон вам, если что, расскажет, как у нас тут можно выходить в эфир, зачем это и вообще потребуется ли вам это сегодня, например. Самое главное, что всем все слышно. Вот, поэтому, ребят, я желаю вам удачи. Да. Да, и желаю вам успехов. Вы большие молодцы. Мы очень рады вас сегодня здесь уже видеть, слышать. Вот, поэтому поздравляю всех с наступающими праздниками. Если будут вдруг какие-то вопросы, Антон, я на связи.
Все, давайте, Хорошо, удачи. Спасибо. Так, ребят, ну, всем здравствуйте. Меня зовут Антон. Сегодня с вами, как-то шумоподавление включить. Я, честно сказать, не знаю про такую функцию на данном сайте, на данном ресурсе, так скажем. Ребят, ну, надо терпеть тогда в таком случае. Я не знаю, правда. Все хорошо, но у кого-то все хорошо. Так что, Марк, не знаю, может, все норм, отлично. Так, ребят, меня зовут Антон. Давайте, спасибо большое, Павел, очень приятно. Всем спасибо. Так, я продолжу. Меня зовут Антон. Сегодня у нас будет такое вводное занятие. Чуть-чуть позанимаемся питоном, посмотрим, кто что может. Отпишитесь, пожалуйста, у кого был какой-то опыт программирования плюсиком, кто вообще ни разу ни о чем не писал, ни на чем минус. О, то есть все крутые чуваки, прикольно. Так, плюс-минус, плюс-минус. Так, ну, ничего страшного. Так, еще вопрос. Вам же должна была быть скинута ссылка или какая-то презентация, какая-то инструкция, как установить Python, Visual Studio Code и как это все между собой связать. Все сделали, ребят? Есть те, кто не сделал? Вот я хочу с вами. Так. Ну, давайте так. Для сегодняшнего занятия вам подойдет, ну, PyCharm, да, сгодится, да-да-да, все отлично, да, PyCharm подойдет. Так, Юля у нас не получила. Смотрите, сегодня у нас будет простейшее занятие по Python, вот, поэтому Visual Studio Code не понадобится. Можно скачать сейчас. Так, напишите Владиславу то, что... Напишите Владиславу, я не знаю, что как Владиславу помочь. Владислав, ну... Да, хороший вопрос. Так, смотрите, давайте так, чтобы сейчас время не тратить, что сделаем? Давайте я просто скину ссылку на какой-нибудь онлайн-интерпретатор. Так, то есть, ага. Сейчас я покажу. Ну, тут уже куда угодно тут на самом-то деле. Так, все, демонстрирую экран. То есть, ребят, все просто. Здесь пишем, на run запускаем. Ну, на всякий случай. Здесь у нас результат работы кода. Но это на сегодня. Потом в конце занятия я вас спрошу какие-нибудь, я не знаю... спрошу фамилии тем, кому не дошла презентация, или же просто сразу всем отправим, и все. Так, ну, давайте тогда начнем потихонечку. Ну, самая простая функция, самая примитивная, это функция print. То есть мы внутрь, это, ну, такой, ребят, давайте совершим такой краткий экскурс, да, по каким-то базовым функциям, да. Я думаю, у тех, у кого нет, у кого не было какого-то опыта программирования, вы его восполните в течение. То есть я не думаю, я думаю, то, что вам все повторят. Я думаю, я не думаю, что это страшно. Hello World, да. Привет, мир. То есть вот у нас все внизу выводится. То есть функция print у нас отвечает за что? За то, чтобы что-то вывести у нас в терминал. То есть... это аналогично с, не знаю, с принтером, да, принт вывести и так далее, это понятно. Так, хорошо, ребят, а если я хочу, например, так, давайте все иначе построим урок, давайте, может быть, какие-то особенности функции print разберем. Да, отлично, спасибо большое, Павел. Но для этого давайте так сначала. Смотрите, ребят, что такое переменная, кто мне может сказать?
принципе, вы можете подключиться в чат. Если вы хотите поговорить, можете включить микрофон. Я против не буду. Да, отлично. Мне очень сильно понравился ответ Максима Муштриева. Прошу прощения с фамилией, не так назвал. А равно. Ну, проще говоря, это, да, у нас какая-то ячейка в памяти, да, и в которой мы вписали какое-то значение. И этой ячейке памяти мы дали какое-то имя. В данном случае А равно. То есть, и теперь, когда компьютер будет видеть это название, он будет у нас ссылаться на это значение, на значение 10. Ну, здесь все просто. Понятно, да, то, что переменные мы можем называть как угодно, там, как-то так. Ну, так, конечно, нежелательно. Важно, чтобы переменные у нас назывались то, что они у нас, то, что в них вписано, там, например, число. Ребят, для тех, кто уже хорошо знает Python, не пугайтесь. Искусственный интеллект будет. Пока только у нас такое вводное занятие небольшое. Отлично. А хорошо, а чем у нас при инициализации, чем у нас отличаются строки от числа? То есть мы как-то вот, мы же не можем просто написать нам равно там Максим, например. Чем у нас строки? Ну, давайте так вот. Отлично, спасибо большое, Павел. То есть, ребят, да. Для тех, у кого не было опыта программирования или кто плохо знает. Сегодня мы чисто по питону. Чисто вот простейшие функции, какие-то повторим, кто-то то, что знает, а потом уже будет искусственный интеллект, его буду вести не я. Да, спасибо большое, Александр Котровский. Текст у нас определяется вот с помощью таких вот кавычек. То есть, например, ну давайте, Александр. Горячую руку попал. Опять же, считается то, что лучше называть переменные так, как, что в них вписано. То есть у нас вписано слово какое-то. Вот у нас это слово выводится. Отлично. Давайте создадим две переменные. Котровский. У нас сегодня, давайте, будете объектом изучения. Или апостроф, да. Кстати говоря, если говорить про удобство языка Python, то он воспринимает и такую запись, и, я не знаю, знаете вы или нет, но еще и... Сейчас. Вот такую запись. Для него все вообще отлично. Да, спасибо большое, Максим. То есть в чем особенность у нас буквок, да, в представлении компьютера? В том, то, что мы, если и складываем их, то только вот, как бы вот таким вот определенным образом, да, то есть мы их слепляем как будто бы. И опять же, да, тоже, если мы захотим, допустим, какую-то строку умножить на какое-то число, вот тоже только таким образом мы это сможем сделать. Но при этом мы не сможем поделить, например, строку. То есть он уже ругается. Ага, отлично. Так, тут кто-то говорил про... так, Александр Котровский, не подскажете, из какого города, если не секрет? Отлично. Так, ребят, вас слишком много. Я не всегда буду успевать смотреть за всеми вашими обновлениями в чате, но все-таки буду. Так, и у нас уже говорили про какие-то операторы AND. Ребят, у нас уже говорили, ребята, про операторы AND и SEP. В чем особенность? Кто-то расскажет? Про оператор все. Ну, а вы что сразу замолчали? Так. Спасибо, Генри.
Да, то есть с помощью оператора SEP мы можем как-то разделять ну, элементы нашего вывода. То есть мы, допустим, сюда можем написать какую-либо строчку, в данном случае 4 слэша, и вывести. И у нас получится такая вот вещь. То есть у нас между каждыми переменными вводится любой символ, который мы вставим. Например, можем ставить символ обратно слэш n. Да, separator, separation, разделитель. Можем вставить символ новой строки. В таком случае у нас каждое слово будет переходить на новую строку. Отлично. Так, теперь. Если я захочу написать end, кто мне еще подскажет, что это такое? Конец, Александр Козловский. Спасибо большое. То есть все, что мы впишем внутрь этой строки, то есть будет выводиться в конце нашего вывода. То есть в данном случае это будет работать вот такая вещь. Таким образом, то есть у нас вводится имя, фамилия и город, 4 слэша, и еще раз имя, фамилия и город. Да, спасибо, Генри. Конец строки. По умолчанию, да, конец строки – это переход на новую строку. То есть, про что нас говорит Генри? Если я удалю end, у меня будет вывод таким вот образом работать. Спасибо большое. Так, отлично. Функция input у нас. Для чего у нас нужна функция input? Это же Максим, Александр и Генри. Да, то есть с помощью этого наш, скажем так, пользователь нашей программы может ввести какие-либо данные внутрь нашей программы. Вот я запускаю программу. Вот здесь появляется какой-то курсорчик. Я его ввожу, нажимаю на Enter, и он тут же вводит. Причем вводит, потому что у нас сразу же потом используется функция print. Все знают, да, да, я поэтому стараюсь сейчас ускоряться. Ну, не все, а только 6 активных человек в чате. Вот тем не менее. Ну, сейчас мы сейчас постараемся ускориться. Про конструкцию if else, ребят, тоже что можете сказать? Если хотите, можете, только не все, 30 человек, кто-то может подключиться в чат, чтобы мне было не так одиноко. Ага, отлично, отлично, отлично. Отлично, ну давайте, кратко, в любом случае. То есть как это у нас работает? Если у нас вот это выражение истина, да, то есть если у нас А действительно больше Б, то мы выполняем вот эти действия. Иначе же выполняем другие, которые мы сейчас здесь запишем. Да, файл тоже прикольно, согласен. Леонид Гунько у нас пишет А равно Б. Какие все прошаренные, молодцы. А равно у нас А и 2 равно, тоже это на всякий случай, то есть что при условии, если у нас А, то есть 2 равно, это у нас оператор сравнения, поэтому здесь 2 знака равно ставится. То есть у нас это выражение будет истинно в том случае, если у нас b тоже будет равно 10. Так, ну, по if else, в принципе, тоже все. Так, ребят, со списками работали? Угу.
Так, ну давайте-то поработаем со списками чуть-чуть. В принципе, какие темы пригодятся, давайте я в чат напишу то, что... Ребята, то есть пока у вас будет время на новогодних каникулах, тоже выбор, конечно, каждого, там отдыхать или нет, но будет круто, если вы повторите if-else, ну понятно, циклы while, for и что еще? Списки, я думаю, ну и методы для работы со списками. На всякий случай, будет легче. Давайте-то быстро повторим тоже. Словари нужно, ну, я думаю, ну да, почему нет, в принципе, это, как сказать, не то, чтобы не сильно отличается, просто повтори методы, которые, метод для работы со словарями, а, в принципе, суть примерно та же самая. Естественно, ребят, не шарю за ИИ, к сожалению, вот, то есть, что нужно, скорее всего, вы будете работать с каким-нибудь модулем NumPy, я думаю, это всякие матрицы, наверное, изучать, но я точно не скажу. Итак, есть цикл while, то что такое цикл у нас, это действие, которое повторяется некоторое количество раз, или же там, иногда бывает, что и бесконечно. Берем цикл. Ну, я думаю, не то, чтобы, скорее всего, я думаю, в таком случае его даже вам заново дадут, ООП, объектно-ориентированное программирование. Поэтому повторять, я думаю, не стоит, раз это основа. Итак, что такое цикл? То есть действия, которые выполняются много раз. То есть разберем самый простейший цикл, while, то есть пока там а меньше 10. Мы просим компьютера выполнять следующее действие. Да, выводить А и увеличивать А на единичку. Как будет работать этот код? То есть пока у нас А меньше 10, то есть while в принципе переводится как пока. Пока а у нас меньше 10, мы будем выводить а и увеличивать на единичку. То есть как это будет работать? 1, а у нас равно единичке, двоечке, троечке, четверочке. Как только дойдет до десятки, компьютер выйдет из цикла. То есть вот, можете заметить, то есть мы до десятки не доходим. Потому что в какой-то момент у нас а становится десяткой, 10 меньше 10. Нет, это неправда, соответственно, мы внутрь цикла не заходим. Так, ребят, вот это кто знал? Скажите, пожалуйста. Окей, хорошо. Так, ну и давайте второй цикл, феерите. For i in range. Да, отлично, то есть внутри функции range мы задаем диапазон и шаг. Да, все верно, спасибо, Руслан. Изменение переменной i. То есть i у нас в данном случае будет изменяться от 0 до 10 не включительно с шагом 1. Что значит не включительно? То есть до десятки у нас не доходит. Начинается включительно, заканчивается не включительно. Что еще хотел бы рассказать? То есть хотел бы сказать, то есть можно идти и обратным шагом, то есть это уже кому как хочется. For. Так, отлично, все вроде такие шарящие ребята. Ну и давайте со списками поработаем, потому что вроде как было относительно больше минусов, чем с обычными циклами. Так, по каким дням будут проходить занятия? Ребят, вам же говорили, по-моему, понедельник, среда, пятница, суббота. Ребят, кто услышал, скажите, пожалуйста, дату. Так. Да, спасибо, Максим. Это уже
Да. Давайте сейчас начнем циклами работать, и потом уже вернемся к вашим пояснениям. Итак, что такое цикл? Это особенный тип данных, составной тип данных, в котором элементы главные, ребят, упорядочены, то есть у них есть свои индексы. И второе, что самое главное, они изменяемы. То есть, ну, по сути, это такая, скажем так, главное отличие по сравнению с другими составными типами данных, вот, с которыми вы, возможно, познакомитесь чуть-чуть позже. Ну и давайте создадим список. Представим, что у вас мама отправила перед Новым годом в магазин, и что она вас попросила купить? Сыр. Ребята, дайте по-английски. А хлеб увидел. Ну, молоко, но что-то как-то на Новый год. Печенье. Отлично, спасибо. Что-то еще? Угу. Так, ну все. Леонид, извините, но рыбу добавлять не будем. Итак, у нас есть список. Если я хочу обратиться к отдельному элементу... Так, ребят, те, кто со списком не работали, давайте я вообще этот файл потом сохраню, и вам здесь вот его куда-нибудь выложу, и вы его скачайте. Пока можете, если успеваете записывать, если нет, то, в принципе, ничего страшного. Смотрите, если я хочу обратиться к элементу списка, что я делаю? Я пишу имя списка, квадратные скобочки. Да, спасибо, Никита. И внутри индекс. Индексация идет с нуля всегда. То есть компьютер у нас считает не 1, 2, 3, 4, 5, а 0, 1, 2, 3 и так далее. То есть вот мы вывели с вами нулевой элемент, это сыр. Да, все верно, Александр. Сейчас вернемся к этому. То есть, если я захочу ввести третий элемент, компьютер будет считать 0, 1, 2, 3, и выйдет он X. Все отлично. Александр, у нас не терпится. До join и speed дойдем еще раз. Еще. Это методы как раз-таки. Итак, list food минус 1, индексация. То есть, ребят, если мы говорим, хотим вывести последний элемент, то... как один из вариантов, можно использовать обратную индексацию. Что значит обратная индексация? То есть он начинает считать с конца. И стоит обратить внимание, то, что обратная индексация у нас, опять же, начинается не с нуля, не с минус нуля, а с минус единицы именно. Так, хорошо. Также можно перезаписывать какие-то отдельные... Ну, можно перезаписывать элемент списка, то есть мы уже с вами говорили то, что он у нас изменяемый. Например, что мы с вами хотим перезаписать? Давайте, ладно, все-таки новогодний стол рыбу добавим. То есть вот, как видите, мы на нулевое местечко записали фиш. Что это значит? То, что мы обратились к нулевому элементу списка и на его место вписали фиш. И вот у нас теперь фиш в начале. Ну, понятно, да, то, что если я эту строку закомментирую, то у меня список не изменится. Так, ну и погнали работать с методами. То есть первоначальный списочек мы с вами оставляем. Давайте пока, Айрат, с более простого начнем, с более такого, скажем так, фундаментального. Мартин, или Мартин, извини. Метод append, что у нас делает? Добавляет куда? Да, добавление в конец списка. Отлично, то есть мы применяем этот метод к... нашему списку и пишем там, ну что там, допустим, мы пошли в магазин, и мама нам резко звонит и говорит, Максим Устафин, пожалуйста, докупи еще, ну, рыба уже есть в списке. Ну, хорошо, ладно. И мы добавляем с вами рыбу.
Отлично. У нас будет рыба на новогоднем столе. Так. Напомните мне, пожалуйста, метод, который у нас вставляет в конец не один элемент, а целый список. Спасибо. То есть для чего это? Ну, например, вы опять же идете в магазин, и мама вам второй раз звонит, говорит, и Айрат, пожалуйста, можно, пожалуйста, еще молока? Что еще можно? Помогайте. Что? Что еще можно? Что еще можно на новогодний стол? Окей, alright. Павел, хороший выбор, но нет. Так, я буду писать, как мне посоветовали. Ананас. Вот. И мы. И что мы делаем? Мы с помощью метода extend, который мы применим к первоначальному списку, вставим список номер 2. То есть теперь первый список у нас примет вот такой вот вид. То есть вот видите, мы применили метод extend, то есть extension, расширение. И вот у нас milk, orange, ананас и рыба у нас в конце. Так, хорошо, вы все еще идете в магазин, и тут мама вам звонит и говорит, слушай, вообще-то печенье-то нам и не так уж и нужны. Так, Марк, извини, давай, разрешаю. Для меня слышно? О, все, выключай, Марк. Понятно. Нет, тебя слишком... Все, Марк, выключай. Тебя слишком хорошо слышно. Так, я не вижу чат. Так, можно remove. Ну и давайте. Можно также метод pop использовать. Что у нас делать метод pop? Просто удаляет. Мы подаем какой-то индекс. Да, да, спасибо, Максим. Да, он еще возвращает значение, да. То есть, видите, куки у нас исчезла. Если методу pop... ну, или так. Если методу pop ничего не передавать, то он у нас удалит по умолчанию последнее значение. То есть, вот у нас рыба как раз-таки не оказалась в списке. Так, хорошо. Павел, ну, подождите. Завтра все ваши желания сбудутся, так скажем. Потерпите пока что. Так. Какой там у нас еще был? А если я хочу поставить... Меня слышно? Это Алиса Буянин, извините. Так. Все четко, спасибо, Генри. Если я хочу поставить место, если я хочу поставить элемент на какой-то определенный индекс. Да, спасибо, Максим. Insert, метод insert. Я хочу поставить, то есть мама тебе говорит, ну, не понимаю, почему тебе, но, допустим, Максиму. Он говорит, первым делом купи что? Как будет шампанское по-английски? Чуть-чуть с вами по... чего-то. Нет, все-таки я не буду. Пускай помидор. Пускай мама попросит первым делом купить помидоры. Да и хлеб у нас уже есть, Александр. Успокойтесь своим хлебом. То есть все. Первым делом мы покупаем помидоры и шампанское. Да, Ярослав, отлично. Отлично. То есть метод insert у нас вставляет элемент на определенное место. Это всем понятно. Хорошо. Также метод index у нас что делает, ребят?
Да, отлично, Айрат. То есть, что у нас делает метод индекс? У нас возвращает индекс входного элемента. То есть, мама звонит, говорит, ты молоко купил? Ты говоришь, да. И она тебя еще спросит, на каком, под каким номером в списке у тебя находится молоко? И ты с помощью метода индекс на этот вопрос ответишь. То есть под номером, под индексом 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Не наврал нам компьютер. Спасибо. Так, ребят, вопрос есть по этим? Да вообще, да, какая-то... Ей надо, пусть сама и ходит. Так, отлично. Плюс-минус марк. Ну, ребят, то есть я это скину файл, вот, в любом случае, то есть это есть все в интернете, ну, прям, вам, я думаю, часа два, то есть на все это хватит, ну, более-менее изучить, то есть какие-то основы по верхам пройти, чтобы вы примерно понимали, о чем будет говориться на первых уроках. Так, что еще хотел вам рассказать? Методы split и join. Ну-ка, давайте, начнем с метода split у нас. Скажет, что это, для чего это. Да, разделяет строчку по пробелам. Угу. Да, отлично. То есть, что это у нас такое? Разделяет строку по пробелам. По умолчанию пробел. Ну, или давайте укажем для, скажем так, большей наглядности. То есть у нас строчка превратится в список, элементы которого будет имя, фамилия, отчество Петрова Петера Петровича. То есть вот у нас получился списочек из трех элементов. То есть... Правильно было сказано или не сказано, но я скажу то, что символ может быть разделитель, может быть любой. То есть, если я укажу букву P, то вот сначала будет Етров пробел, Этор, Этрович. Так, отлично. Что еще? Хотел бы сказать, ага, отлично. Так, и давайте создадим с вами какой-то еще списочек. Названием там пускай будет текст. И я английский напишу. Я, ребята, сейчас забаню. Давайте без этого. Что, я не знаю, давайте... Самое примитивное. Так, ребята, а вы все в 11 классе, правильно понимаю? Восьмой, десятый. Двенадцатый, тонгат, отлично. Угу. А, отлично. То есть здесь метод работает таким образом, то что мы применяем его к строке, которая будет у нас именно соединителем. То есть если до этого мы в скобочках указывали разделитель, то здесь мы указываем некий соединитель и уже к нему применяем метод. На вход подаем наш список, который как раз и будет нашими кирпичиками для нашей будущей строки. То есть, вот видите, у нас был список из трех элементов, и у нас получилась строка. Так, ребята, вопрос есть по этому? Угу.
Ну и давайте, пока у нас есть время осталось, как бы уходить на перерыв рано. Прикольный, Максим, да. На перерыв, чтобы не уходить, тоже быстренько повторим какие-то элементарные, опять же. Вот, только не метод, а функция. Да, вообще, Максим, ты тоже прикольный. У нас есть какой-то список из чисел. И для таких списков, скажем так, у нас есть функции, там, которые помогут нам найти максимальный элемент, помогут нам найти минимальный элемент в списке и помогут нам найти сумму этого списка. Угу. Ну, такая вот у нас прекрасная вещь получается. То есть максимальный нам возвращает максимальный элемент, соответственно, минимальный. Минимальный. И сумму возвращает сумму списка. Так, если есть вопросы, задавайте. Я на них отвечать не буду. Ладно, шучу. Если есть вопросы, давайте это после перерыва. Сейчас у нас перерыв на 15 минут. Вот, вопросов нет, отлично. Тогда все сюда возвращаемся в 19.00. Все будут ждать с нетерпением. Скорее бы этот перерыв закончился. Все, давайте, в 19.00 жду вас всех здесь. Спасибо за огоньки, я это очень ценю.
Товарищи, добрый день. Меня слышно? Все, отлично. Так, что, давайте тогда как-то развлекаться. Поделаем задачи. Тоже, опять же, не сильно сложные. Опять же, больше на повторение. Вот. Ну и давайте начнем сначала с такого. Ну, условия задачи уже пропущены. Давайте так, погнали. Обратный отчет. Реализуйте программу «Обратный отчет» с помощью цикла FOR. Это мы уже с вами сделали. Вот. Но давайте так. Напишите еще, пожалуйста, перед обратным отчетом. Слова «Обратный отчет» начнется с 10. И поехали. Ну, там, на самом деле, методов вообще полным-полно. То есть, как бы, типа, это вот просто самое примитивное, чтобы что-то добавить и чтобы что-то убрать, и все. Да. Ну, смотрите. Давайте так, чуть-чуть научимся с вами... Поучимся с вами пользоваться программой, ну вот именно этим вебинаром, потому что, ну представьте, у вас там будет, вы там будете писать код, там, не знаю, из сотен строк, и все это копировать сюда в чат не особо удобно. Смотрите, допустим, вот давайте, Максим Муштриев, надеюсь, правильно твою фамилию назвал. Ты, допустим, такой инициатор, хочешь показать свой код. Что я делаю? Я тебя... Так, сейчас я тебя ищу. Ищу, подожди, тут у вас списочек большой. Я ищу, Максим. Так, Максим, я тебя сделал ведущим. Максим, я тебя сделал ведущим, и что? И у тебя в левом нижнем кнопке появилась кнопка показа экрана. Кирилл Лебедев, маэстро просто, маэстро. И, ну, ты нам это просто продемонстрируй, и все. То есть, ребят, как происходит вообще работа? Ну, то есть, показ вашего экрана, вы делаете, вас преподаватель делает ведущим, у вас слева внизу появляется кнопочка показа экрана. Так, отлично, давайте, показывайте. Ну, вообще, в идеале, например, чтобы у вас уже был готовый код. Ну, хорошо, давайте, Максим заодно нам и разберет нам эту задачу. Так, отлично, пишем print, сдаем диапазон, от 10 до 0 с минус единицей, print и... Ничего, Максим, бывает. Ну, окей. Окей. Во всяком случае, я думаю, никакой проблем с этим не было. Давайте более сложную задачу. Напечатайте столбец таблицы умножения. И, ребят, опять же, по поводу работы с преподавателем. Если у вас есть какие-то вопросы, допустим, или вам непонятна была предыдущая задача, пишите в чат то, что я могу разобрать. То есть, ну, просто судя по тому, что у большинства был опыт программирования, вот. Я думаю, такой задачи останавливаться не стоит. Но если кому-то что-то непонятно, тормозите. Ребят, для тех, у кого вообще не было опыта программирования, а давайте для вас разберем. Ну, в принципе, мы с вами уже отчет делали. Давайте лучше задание номер 2 мы как раз-таки потом с вами сейчас, ну, с вами разберем. Итак, ребят, для всех остальных распечатайте столбец таблицы умножения. Номер столбца по вариантам. Вариантов у вас нету, ну, просто для любого числа, какого хотите. Для такого и пишите.
Ну, то есть работа, скорее всего, будет выглядеть таким образом, то, что в начале урока у вас будет повторение предыдущей темы, потом у вас будет что? Потом у вас будет, возможно, какая-то задача, ну, по крайней мере, как я, задача на, ну, и большинство, задача на остаточные знания после повторения, потом будет новая тема, и потом будет решение задачи. Вот, если у вас занятие происходит дистанционно, вам будет даваться задача, будет даваться какое-то время. Ну, давайте, Леонид, я вас сейчас то опять же найду. Постараюсь, во всяком случае. Леонид, я вас не нашел. Нашел. Но вы почему-то не активен. Так. Угу. Отлично. Спасибо большое, Леонид. Так, ну и давайте вместе разберем. А у меня закрылся Visual Studio Code. Ну да ладно. Итак. For i in range. Что у нас там дальше? От 1 до 10. По умолчанию можно не указывать, но давайте для ребят все-таки укажем. И что нам выводить? Давайте, ребят, допустим, для числа какого? Сделаем двумя вариантами. Первым вариантом мы с вами просто напишем. Как лучше сделать? Давайте вот так вот сделаем. Для числа 7 сделаем. Угу. Так, ребят, да, спасибо большое, Шамиль. Это уже другое издание. Что произошло, ну, по поводу принта. У нас буква F, она у нас создает строку, в которой вместо вот этого символа подставляется как раз-таки, ну, переменная, значение переменной. То есть в данном случае вместо фигурных скобок и буквы английской I подставляется 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Поэтому вопрос есть. Давайте на всякий случай в чат скопирую. Шамиль, не торопитесь, ребят. Тогда для остальных задания напечатайте столбец, таблицу умножения, где номер столбца выбирает. Хотя нет, давайте не пользователь. Это да. Давайте напечатайте всю таблицу умножения в один столбец. Но опять же, давайте все-таки тоже приучать себя к корректной работе вебинария. Чат-код давайте будем скидывать только по моей просьбе, а то остальное мне интересно. И если кто сделает, то пишите.
Ну, давайте, Мартин, продемонстрируйте. Сейчас я только вас найду. Вас, понятно, на отдельных занятиях уже будет меньше человек, поэтому... Все, Мартин, вы ведущий. У вас есть возможность показать задачу. Мартин, в левом нижнем углу кнопка для демонстрации экрана у вас появилась. Мартин, покажете? Хорошо, кто готов показать? Давайте так, ладно. Сейчас, секундочку. Дело в том, что вы здесь в списке находитесь не, вообще непонятно в каком порядке, в порядке подключения, и поэтому, когда вас много, мне вас проблематично искать. Все, Арслан, у вас в левом нижнем углу появилась кнопочка показа экрана. Можете показать. Я вас кратко сделал ведущим. У вас такая возможность появилась. Но Арслан почему-то... Отлично. Так, ну и давайте чуть-чуть до вас докопаюсь. Хотелось бы, чтобы был небольшой пробел в одну строку между... то есть мы для числа там двойки мы вывели... таблицу умножения, да, и потом, чтобы для тройки вводилось через небольшой пробельчик. Ну, и не то, чтобы не через большой, а через пробел одну строку. То есть, чтобы как будто бы были блоки такие, понимаешь? Для двойки. Так. Ну, он тебя после каждой итерации, да. То есть, у тебя цикл в цикле, то есть, тебе нужно чуть не туда поставить print. Угу, все верно, да. Да, отлично. Ребят, есть вопросы по этому заданию? Если код есть, не стесняйтесь, пишите. Генри, я надеюсь, это мне. Иначе для чего вообще все это, да? Так, почему только два плюсика? Можете думать так, спасибо. Все понятно, да? Угу. Хорошо. Отлично. Так, тогда следующая задача. Напечатайте всю таблицу умножения в два столбца.
Ребят, выполняем задание номер 5. Павел, выполнили, да? Нет. Ну, плюсик. А, так, что-то еще, что-то с трансляцией проблема? Вы говорите, я ничего не сделаю, но я попытаюсь. Что, микрофон? Ну, ребят, ну тут надо терпеть, ребят. Я сейчас новый, к сожалению, не куплю. На компьютере у меня микрофон не работает. Вот. У другого преподавателя будет микрофон отличный. Раз, два, раз, два. А сейчас слышно меня? Сейчас лучше, нет? Я выключил и включил микрофон. Должно помочь. И до сих пор, да. Потерпим, Мирослав. Спасибо. Мне очень жаль, что я вас заставляю, ну, присутствовать на занятиях в некомфортных условиях. Простите меня. Вот. Такого больше не повторится. Потому что вести буду не я. Но все же извините. Напечатайте. Давай, Максим Мушлиев, демонстрируй. Так, все, Максим, ты ведущий, Фири. Только у меня прога на другом компе. Да и у меня Ламборгини есть просто, но в деревне. Так, отлично. Так, ну и давай тоже чуть-чуть докопаемся, что нужно сделать, чтобы, ну, не смещался. То есть, вот, не было смещения вот такого некрасивого. Так, и что? Ну, слишком многовато. Да, еще чуть поменьше. На капельку. Отлично, ну, можно сделать чуть позже, чуть проще, но, в принципе, это тоже сойдет. Ну, давайте вместе сделаем. Была ошибка, да, у него? Ну, я думаю, простим один раз. Да, да, кстати, да, вот я как раз на это и намекал, Леонид, спасибо, то, что можно было сделать табуляцию, и все было бы хорошо. Программа у нас будет работать следующим образом. Да, ребят, конечно, можно на «ты». Я не знаю, конечно, как у других преподавателей будет. Возможно, вас попросят и на «вы», и по имени-отчеству, но ко мне можно на «ты». То есть, ребят, по условию сдачи нам нужно вывести таблицу умножения в два столбика. Как это лучше сделать? То есть у нас будет выводиться... У нас будет одно число изменяться от 1 до 10 с шагом 2. Вот. То есть мы будем у нас, с одной стороны, один столбик будет отвечать за 3, 5, за 1, 3, 5, 7,
9, а другой столбик будет отвечать за число, которое больше на единицу. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ну и десятку потом там уберем каким-нибудь образом. Там самым простым через if. Опять же, да, таким же образом, как и в первый раз мы делаем вывод. И теперь у нас будет, получается, не один столбик, а два. Ну и там как-нибудь вот так вот можно сделать. Потом посмотрим, что у нас получится. Ну и вот, вот такая вот вещь у нас получилась. Как это можно избежать? Ну, там, с помощью, например, простейшего if, если у нас if там равен 9, то у нас вывод будет там какой-то вот такой вот. Иначе же ситуация будет, иначе же вывод будет вот таким вот. То есть, ну, я не говорю, да, то, что это единственное правильное, то есть, возможно, у вас какие-то другие вариации выводов, циклов и так далее, ну, даже как-то, даже Максим как-то иначе у него вроде была программа сделана. По математике вроде бы все верно. Вопрос есть, ребят? Может, по этому условию что-то непонятно? Ребят, советую не стесняться, то есть преподаватели все адекватные, все хотят вас научить, вот, тем более полезная штука, искусственный интеллект, вот, если будут какие-то вопросы, тормозите, вам, я уверен, всегда помогут, вот, вообще, в принципе, приучайте себя, наверное, я думаю, такой небольшой совет, то, что не стесняться, даже в универе будет полезно, вывод. Так, хорошо. Что еще? Какая следующая? А, давайте так. Кто знает про функции break и continue? Так, хорошо. Смотрите. Да, все верно, Арслан. Ну, давайте возьмем там простейший цикл, опять же, хотя, наверное, будет уместнее. Так, во-первых, да, спасибо большое, Генри. Смотрите, ребят, файл, а там больше нуля, а у нас пускай будет равно 10. Возьмем, да, какой-нибудь вот такой простейший цикл. Что у нас здесь будет происходить? То есть мы запускаем, то есть у нас вот такой вот отчет. Ой, как медленно компьютер работает, ой, как стыдно. Ладно. Представим вот такой вот просто обратный отчет от 10 до 1. Смотрите, что у нас это за условие? А больше 0. То есть пока у нас это условие верно, у нас действия, то есть телецикла выполняются. Не знаю, знать или нет, но вообще в Python есть отдельный тип данных, отвечающий за правду и за истину. Это тип данных, булевый тип данных он называется, там всего лишь два элемента. То есть если у нас в числах, в типе данных int у нас там все целые числа, к примеру, да, там от минус какого-то до плюс какого-то большого, то в булевом типе данных всего два значения. Это правда и неправда, ну, соответственно, на английском языке.
То есть пока у нас это условие правда, действия у нас здесь будут выполняться. Да, спасибо большое за... В таком случае, так у нас здесь всегда будет правда, это у нас будет бесконечным циклом. То есть я запускаю программу, и мой компьютер даже отказывается вообще, в принципе, работать. Так, ребят, я сразу говорю, у меня компьютер очень плохой. Вот он, погнали. Поехали, ребята, работаем. То есть, ну, если бы я не остановил, он бы работал бесконечно. То есть я вот уже, так как, ну, нет никакого условия выхода из цикла. Соответственно, когда мы пишем бесконечный цикл, нам нужно самостоятельно прописывать условия выхода из цикла. То есть, например, неплохо. К примеру, да, если у нас а будет равно нулю, мы говорим break. Что такое break? Что такое break? Это у нас цикл прерывается самостоятельно, то есть мы его сами ломаем. Сейчас мы ждем, ребят, мы ждем. Отлично, мы живем. То есть вот видите, практически тот же самый цикл, только с одним условием, и уже он самостоятельно останавливается на единице. То есть как только у нас и становится равно нуля, а становится равным нулю, извините, цикл у нас прерывается. Ну, то есть брейк ломается, вырывается, как угодно себе это запишите для, в голову для ассоциаций. Вот. Так, отлично. Важно понимать, да, то, что этот брейк работает и для цикла for. Ну, наверное, этот брейк, наверное, не так уместен для цикла for, потому что, ну, как будто бы мы знаем, сколько нам нужно итераций сделать. Вот. Но все же, мало ли, пригодится. Итак, по умолчанию у нас цикл должен сделать 10 итераций, да, то есть от 0 до 9 включительно. Мы его остановим на пятерке. То есть вот, оператор break у нас цикл прерывает. Отлично. Так, и про continue. Кстати, ребята, небольшой вопросик. Как, все еще стучит микрофон? Да? Ну, ребят, терпение и труд все перетрут. По крайней мере, терпение. С терпением вот это все в порядке. За знаниями гонитесь, понимаете? Или за повторением знаний, которые вы уже приобрели ранее. Так, функция continue. Что она делает? То есть она начинает новую итерацию. То есть, грубо говоря, давайте вот так вот делаем. Что такое итерация? То есть у нас цикл работает, выполняет какие-то команды. То есть вот команды внутри цикла называются телом цикла. И проход компьютера один раз по всем командам называется итерацией. То есть что значит начало новой итерации? У нас и изменяется от 0 до 9, то есть 0, 1, 2, 3, 4, 5, и как только и становится пятеркой, она заходит в цикл, натыкается на это условие. Это условие у нас правда, соответственно, мы заходим внутрь. Она видит функцию continue и начинает новую итерацию. Что значит новую итерацию? То есть все команды ниже она просто начинает игнорировать и начинает итерацию с самого начала, при этом и изменив на шестерку. То есть как это выглядит в работе? То есть видите, когда мы не вывели и равное 5. Почему? Потому что когда и у нас стало равно 5, мы все команды снизу игнорировали и начали заново работу. Это понятно, ребят, всем? Те, кто не знал, для себя что-то новое извлекли? Да, 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 то есть она пропускает пятерку. Ну, вот именно в данном случае, то есть, возможно... То есть не обязательно применять ее, как и для пятерки, для такого простейшего примера. Но да, то есть она начинает новую итерацию, в данном случае она пропускает пятерку, еще раз повторю. Отлично, тогда идем дальше.
Так, давайте тогда мне решите задачу. Вы видите все четные числа от 100 до 0, за исключением сейчас стучит, ребят. Я просто ногой дергаю, нервничаю, у вас так много, а я один. Ну, потому что я ногой перестал дергать. Итак, задание. Вы видите все четные числа от 100 до 0, за исключением четных чисел от 40, ну, наверное, уместнее написать от 60 до 40 включительно. От 40 включительно. На это задание даю вам час. Ребят, не торопитесь, пользуйтесь литературой. Ну, Александр, надо успевать. Опять же, если сделаете, то говорите. Леонид, уже? Ну, просто Бьёрдален в мире программирования. Я могу за это время только 3 раза. Так, хорошо, Леонид, тогда давайте... Хвастайтесь своими навыками. Кто там написал? Сделал одну строку, Максим. Давайте, показывайте. Хорошо. Давайте сначала Леонида посмотрим. Леонид, давайте, показывайте. Так. Отлично. Угу. Так, ну и где? Он пропускает, да? Да? Отлично, молодец. Так, ну и Максим, покажите нам, пожалуйста, свое творение. Муштриев. Сильно, сильно. Угу. Круто, молодец. Так, ну давайте разберем более простым способом. Опять же, да, по горячим следам, так скажем, предыдущих, по горячим следам вот этих вот записей. И in range. Так как у нас диапазон от 100 до 0. Здесь 100, 0, а шаг у нас минус 2. И тут нужно условие. Если у нас и получается больше или равно 40 и меньше или равно 60. В таком случае мы все команды ниже игнорируем. Как мне в чат написали. Да, согласен. Давайте это включим, ладно. И в таком случае запускаем, и у нас получается следующее. То есть у нас компьютер доходит до 62, и дальше начинает игнорировать. Ну и как Леонид у нас требовал включить 0, мы 0 включили. Вопрос есть поэтому, ребят? То есть, ну, если еще раз, да, скажем так, углубиться, то пока у нас и было от 40 до 60, то мы все действия ниже игнорировали. То есть мы игнорировали вывод,
перемены, и, соответственно, мы их здесь и не наблюдаем. Так, хорошо, тогда, я думаю, можно двигаться дальше. Так, допустим, у нас есть список из чисел, список рандомный, ну, то есть, там, сами как-нибудь придумайте, можете какие-то рандомные использовать, хоть что угодно. Длина тоже там, ну, я не знаю, сколько там элементов, сколько угодно. Ребят, есть список, самый большой и самый маленький элемент поменять местами. Так, ну на эту задачу, я думаю, даже дня 4 дам, потому что, ну а как иначе? Список сами заполняйте, как хотите, хотите ручками, хотите как угодно. Ну, ребята, вы сделаете, то обращайте внимание на себя. Что, Максим, в полторы строчки или в половину даже? Так, ну давайте, Максим, показывайте тогда. В 5, ну это что-то как-то для вас очень много. Так. Отлично. Так, ну и давайте покажите. Так, у нас списочек 123. Да, отлично, молодцы. Кто-то еще хочет показать, ребят? Ребят, кто-то еще сделал, может, хочет показать. Но я буду ждать плюсики, может быть, кто-то надумает. Вот. Ну, если в принципе сделаете, то говорите. Чтобы. Ну, чтобы просто так. Мне будет приятно. Так, Максим, вы сколько строчек сделали? Давайте, у кого будет 4 строчки? Учитывая принты 6, надо 4, Максим. Ну, в любом случае, давайте, что это мы без списка 4 строки. Ой, да, ребят, я без списка и без принта, и без самих функций вообще заодно сделаю. Так, ага. Ну, давайте, ладно, Кирилл, хорошо. Заинтересовали. Так, извините, пропал. Опа, Айрат, давайте вас посмотрим.
сделать ведущим. С двумя принтами 5. Нормально. Ну, давайте. Так, тогда нет, подождите, давайте кидывали видео посмотрим. Да, ребят, напишите, пожалуйста, для тех, у кого память крепкий, когда будут занятия. Так, Кирилл Лебедев, ищу Кирилл Лебедев. Так, Кирилл Лебедев, у вас в левом нижнем углу появилась кнопка для показа экрана. Пожалуйста, продемонстрируйте экран. Угу. Прикольно. Молодцы. Так, ну и давайте тогда я покажу, как можно больше строк. Сколько я сейчас сделаю? 80-90. Как раз-таки, ну просто используйте те методы, да, которые мы с вами только что... Ну, те функции, которые мы только что с вами использовали. В переменную индекс max запишем индекс максимального числа. Сейчас, Эрат, мы обязательно к вам вернемся. В индекс минимального числа. Сейчас мы, ребят, к вам вернемся. Соответственно, то есть мы знаем индекс самого большого и самого маленького числа. Ну и просто обращаемся к нашему, к нашим так, наверное, будет уместнее сделать вот так вот, не торопясь. В maxn пишем число. Так слетел. Спасибо большое. В maxn запишем индекс. Самое большое число, то есть мы к нему обратимся по индексу в min n. Запишем минимальное число, мы к нему обратимся по индексу. Ну и ребята это делали где-то сколько? Вы в строчке 4? Ой, в одну строчку, да, это замену делали. Ну, я чуть побольше. Чуть побольше именно раза в 4. И теперь на минимальное число я вписываю максимальное число. И на место с индексом min вписываю минимальное число. Ну и давайте тестировать. По-моему, ничего не поменялось. В чем дело? Угу, спасибо большое. Да, да, ребят, спасибо большое Максиму и Михаилу и всем остальным в новом году побольше здоровья. Всем остальным просто здоровья, вам побольше. Так, такое решение можно считать за решение в 3 строчки. Не, ребят, я видел, вы знаете, что такое матрица? Примерно, нет? Ну, матрица, давайте так, если говорить чисто математически, то это просто столбик из чисел. Ну, если сейчас просто загуглить вам.
Да, двумерные списки, отлично. Ну, я вообще не про... То есть, ну вот матрица, да, это вот какой-то вот такой вот списочек. Двумерный, да, все верно. То есть список из списков, называйте как хотите. Ну, я не знаю, решали вы такую задачу или нет. Программирование – популярная штука. Допустим, я когда изучал C и C++ на первом курсе, мы делали такую вещь. Мы матрицу разворачивали по внешнему контуру, скажем так. Спасибо большое. То есть мы матрицу разворачивали по внешнему контуру. Ну, и я не помню, сколько у меня эта строк кода занимала на первом курсе, но, типа, достаточно. Вот, я видел решение за одну строчку, то есть, типа, количество строчек, может быть, и такую задачу можно и в одну решить, по сути, мне кажется, если быть прям профи-профи. Так, ребят, у меня на сегодня все. Всем спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Всем остальным, у кого вопросов нету, в наступающем году, там, что, не знаю, стажировки в Яндексе, там, да, здоровье, хорошо отдохнуть вам на каникулах, всего самого лучшего. Так, и если есть вопросы, оставайтесь, задавайте. С Новым годом, да. Спасибо. И вас, ребята. Да, давайте сейчас я скину Python файл. Так, тогда следующее занятие, когда... Так, ребят, вот прям это я не знаю. Давайте я сейчас это запишу просто в заметке. И потом передам модератору. Кто-то подключился? Да, все верно, да, после новогодних каникул. Итак, вопросы, когда занятия? Файл скину. Так, куда задавать вопросы, в случае чего? Так, еще вопросы есть, ребят? Арслан, я на это не отвечу. Вам сказали, что вам все на почту напишут, насколько я помню, в начале занятия. Так, Python файл. Давайте, дайте мне, пожалуйста, 3 минутки, я его сейчас закомментирую, плюс-минусы, чтобы вы понимали, что мы говорили, о чем мы говорили. Спасибо. Вас. Я думаю, на почту, да. Кстати, меня же слышно же, да? Да. А этот, там же каникулы будут. Получается, с какого числа там мы начнем? Ну, после каникул. 17-го? Так, давайте посмотрим плюс-минус. Сейчас у нас какое-то 31-е? О, 30-е. 30-е, четверг. Да, то есть у нас до 9-го каникулы. Я думаю, может быть, даже числа 10-го начнутся. У вас каникулы, у школьников до какого? У нас просто 17-го этот уже мы выходим. А, то есть вы до 16, то есть вы не, у вас такие длинные каникулы, да? Ну да. Не, просто кто-то позже этот вышел на каникулы. Понял. Все, ребят, ну я до 16, их в мое время такого не было. А вот наше поколение. SQL можно, я думаю, ну если это уже для себя, я думаю, то, что вам, краски, вы будете с ним... Вам там все объяснят, но если есть желание, возможность, то почему бы нет? Записи будут записываться, занятия будут записываться. Посмотреть как-то точно можно. Да. Вы еще, в принципе, у вас будет неплохой, должен быть контакт с преподавателем, то есть, возможно, создадут беседу в Телеграме, то есть, куда вы сможете задать какие-то вопросы по именно учебе самому преподавателю.
по крайней мере, делают. Бывает. Отлично. Так, файл. Так что, получается, 10-го, да? Ребят, давайте я вам, чтобы вас не путать, я ничего не буду говорить. Вот, ну, я думаю, где-то да. То есть нужно на это число ориентироваться. Ну, там же на почту будут напоминать, что будет? Да, да, конечно, да. Так, ребят, по поводу файла, сейчас у меня компьютер живет. Ага, отлично. У вас там ноутбук получается, да? Да, он у меня просто очень старый, очень слабый. Я, конечно, собираюсь его сейчас в ближайшее время обновлять, но пока вот мучаюсь с ним. Так, по поводу скиньте файл. Ребят, еще у тех, у кого нету Visual Studio Code и там Python, также у вас, вы сейчас нам сделал возможность, чтобы вы могли установить презентацию. Так, смотрите. В правом верхнем углу должна быть кнопочка файла, ребят. Вот кто со мной сейчас на связи? Я на связи. Имя? Марк Карпеев. Марк, смотри, у тебя, скажи мне, пожалуйста, у тебя в правом верхнем углу есть кнопка файла? Есть, там у меня получается файл установка питона. Вот, отлично, ребят. Для тех, у кого не установлен питон, да, вы можете ее... Ну, это не нажимать не надо. Вы можете ее... скачать этот файл, вот, там вроде как адекватно и пошагово написано, как установить Python и Visual Studio Code, вот. То есть, ну, если это вам надо. Файл сегодняшнего урока я сейчас на всякий случай и загружу тоже. Что у вас, как вообще в целом дела? Хату на НГ нашли? Так, у кого-то вопрос... Нет, просто вы так такой вопрос задали вообще про хату. Я же в шутку. Единственное, батарея шпарит очень сильно из-за холода. Так, сейчас, секундочку, загрузки. Вроде как вот он. Тоже, ребят, разрешаю скачивание. Ага, появился. Ну-ка, я сейчас скачаю, посмотрю вообще то. Загрузил. Ребят, какой сейчас можно проверить, пожалуйста? Это то? Сейчас. Помните. Так, 13 сообщений, что же там? Файл по скиньте, да, скидываю. Все четко, настоящий мужчина должен вырастить сына. Да, Максим, все верно. Буду сидеть один и кушать мандаринки. Дом нашел еще 14 лет назад. Я себя сейчас ощущаю, как, знаете, как стримером. Типа, так, живу в коробке. Так, ребят, вы будете скидывать донаты мне? Что это? Ну, как... Python, да, да, Марк. Получается, что-то вообще не открывается. Это он предлагает, каким образом хотите файл открыть? Да, да, да. То есть вот там нужно либо через Python открывать, либо через Visual Studio Code. А, у меня же Python нет, его надо скачать. Да, да. То есть у кого? Куда донатить? Да, никуда я шучу. Да, я случайно через Photoshop открыл. Ну, это сильно. Так, ребят, все работает? У кого скачан Python? Файл адекватно работает? Последний вопрос. Мне просто нужно уходить. Все, спасибо, Талгат. С Новым годом еще раз. С наступающим, да. Любви, счастья, здоровья. Стрим заканчивается. Вот, заходите еще. Всем пока. До свидания.